Всем привет, с вами я, Вадим Сена. Добро пожаловать, у нас сегодня фактория, мы продолжаем. И в общем, у нас тут рецепты, все мы тут это, только надо загружать, выгружать, в общем. Так-с. Я уже забыл, как там оно. А где мой персонаж? А вот он бегает. Хорошо. И тут хорошо. Так-с. Тут уже много. Так-с. Давай сюда топливо. И сюда. И сюда. Вроде везде. Так, накопитель ресурсов вашего инвентаря. Железная плита. Есть медная плита. Уголь. Так, медная плита это вот здесь. Мы тут собирались строить, да? Хочу повернуть как-то. Так вот, деревья. Что происходит? Тихо. Сюда. Вот. Теперь сюда. Слишком далеко. Так-с, и сундук. Мяу. Сундук. Берем сюда, ставим. Да. А сюда мы три печки надо, да? Не, вот этот твердотопливный бур. Раз, два,
три. Ауч. Твердый топливный бур. Да. Раз. Два. Три. Бежим за топливом. Это камень нам не нужен. Тут нету. Тут. Тун. 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 Замечательно. А тут надо забирать. Нечего забирать. Так. Камни нам не надо, давайте вот здесь вот. Все вроде бы. Там. Так. Сюда это сюда и это сюда. Так. Печка. Не, нам вот это вот сначала. Так, там. А печку. Подожди, а что они вырабатывают? Прикольно. Нет ингредиентов. Медная плита. А как нам это изучить? Я уже забыл. Прим-прим-прим-прим-пум-пум-прим-прим. Сверх объект такого же типа. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Рецепт. Медная плита. Этот рецепт не может быть изготовлен вручную. Каменная печь, стальная печь, электрическая печь. Странно. Подождите. Железная руда, а и медная руда, да? И тогда получится. Угу. Понял. Сейчас.
Так, железная руда, да. Ну тут, наверное, строим. Мешает. Да выруби ты тут все. Такс. Погодим. Вот этот нам нужен. Этих три где-то, да. Такс. Это давай. 3, 4, 5, короче. А, тут даже без этого, блин. Подожди. Простите, я забыл, что здесь можно ж прям так. Вот. Сюда ставь, 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 ставь. Вот этот. Да. Так, а по... какой там рецепт? Печь, электрическая печь. Ингредиент. Железная плита. Ну, вроде бы как бы да. Такс. Ну, идемте уголь пособираем. Вот здесь вот, кстати, вот эту штучку слишком далеко.
А чё уголь? А, понял. Ясно. Идемте уголь пособираем. Так, это... Ты тоже заправляйся. И это мы тоже заправляемся. И это мы тоже заправляемся. Но это можем все автоматизировать, то есть отсюда уголь забираем и сюда отправляем и, ну да, оно, наверное, так и будет. Ну посмотрим, давайте, ну чтобы нам не это, чтобы оно было полностью на, это тут еще, а я не хочу здесь железная руда. Почему здесь железная руда? Я хочу медную руду. Рано. А чё они тут уголь? Тут уголь же ж. Сюда вот это. Сюда. И там. Сюда вот это. И сюда вот это. Фу. А что здесь уголь-то делает? Прикольно. Что-то не могу понять. Вот бешеная. Подождите. Давайте вот так вот тогда. Сюда поцепим. Есть у нас тут лапа вот эта вот. А чё уголь? Ты чё уголь берешь? Я хочу, чтобы ты брал. Прикинь. Он берет конкретно уголь. А не хочу я конкретно уголь. Я хочу, чтобы ты эту руду брал. Блин. Этот рецепт не может быть изготовлен вручную. Да я понял. Я не пойму, чё они уголь берут только. Предмет в руке. Что-то не могу понять. Так, камень сюда.
Нет. Текс. Производство потребляю каменная печь. Каменная печь. Производит загрязнение. Максимально потребляю. Каменная печь, стальная печь, электрическая печь. Электрическая печь, наверное. А как электрическую печь сделать? Очистить, построить препарат перетаскиванием. Поставить в прямую линию такие объекты, как каменный печь, зажали левую кнопку, мыши двигаться в нужном направлении. Быстрая замена. Очистить курсор. Направление. Советы, бонусы, статистика производства. Это статистика производства. А нам, блин, броня. Блин, нам включить режим дополнительной информации. Как нам эту печь построить другую? Изучить. Новые советы. Рам-пам-пам. Ставим. Бонусы. Бонусы еще не исследованы. А где исследовать? Изучать. Достижения. А, вот, мои чертежи. Чертежи этой игры. Я забыл, как там дальше. Чертежи игры. Что все так это? Медная там. Да я понял, что это... Это не то. Рецепты. Каменная печь. Этот рецепт не может быть изготовлен вручную. Железная плита. Что-то я не понял, как...
построить эту стальная печь. Я забыл, как это все делать. Накопитель с вашего инвентаря, медная плита, уголь. Большой валун. Камни мне не нужны. Железный сундук. Я вот забыл, как это изучать. Ну или рецепты. Сейчас буду все кнопочки нажимать. Поезда пока нет. Это пока нет. Да. Участники, предметы. Нельзя прицепить подвижной состав. Так, это бег. Чертежи. Мои чертежи. Так. Уголь. Нет. Тоже нет. Добавить пинг. Оптические сети. Оптические сети. Очки рецептов. Так, что-то я не вижу.
Странно. Я забыл как эту. Always. Библиотека чертежей. Я что-то не могу понять. Каменная печь. Это каменная печь. Блин, это каменная печь. Ну и там же тоже каменная печь. Что-то не могу въехать. Не могу понять. Как прочитано. Формация. Очистить курсором. Перенос пачек. Ctrl-клик. Shift-клик. Ctrl-клик. Создание пачками. Крафтинг. А где этот крафтинг? Для создания большого одного предмета правая кнопка мыши для создания 5 штук. Правая кнопка мыши Shift. Левая кнопка мыши для создания максимально возможного количества Shift. Ага. Можно и так, да. Стороны веров.
Что-то я все равно не въезжаю. Делается в каменной печи, стальной печи и медная руда. Так, подождите, я тут что-то, кажется, не то делаю. Да, вот оно. Откуда тут это, не знаю. Тут уже из... ничего не добывается, только это добывается. Да, все, мы разобрались. А тут чего-то приколисты.
Скалистым. Маловато. Все типа. Ох, это уже было тяжело работа. Теперь у меня есть все необходимое. Пора двигаться дальше. Давайте, потому что я, честно говоря, не совсем. А, вот, я к этому, да. Это мы. Я мог бы использовать некоторое оборудование из разбитого корабля, но сначала мне нужно найти его. Если бы у меня было достаточно электричества, я смог бы построить радар, чтобы обнаружить место крушения. Я почти закончил монтаж тестовой электрической сети. Мне просто нужно немного воды из озера. Поставь прибрежный насос на краю воды. Что ж, это мы будем делать в следующей серии. С вами был Вадим Сено. Игра Фактория. До скорого, всем удачи, всем пока, увидимся, услышимся.